Привет. Узнал? Усы там, охрана, Лёха Брусейка. Нет? На Бали существует очень большая проблема, это волны. И их здесь никто не пиздит. Они здесь малодушные, все педики, типа, мажут волосы гелем, такие стоят на досочках в обтягивающих костюмах, а волны здесь охуевают. И надо, чтобы нормальные русские мужики приехали и показали, типа, ну, кто здесь папа на самом деле, чтобы океан не выебывался. Вы думаете, все вот эти цунами, ураганы, это за что происходит? От бездействия. Ну да. Все, типа... конечно, им говорят, да, пожалуйста, блядь. Типа, и... зачем бить, поговорите просто с волнами. Но это, блядь, не работает, типа, иногда, когда, ну, совсем, знаешь... Ну, всегда это не работает. Капризные попадаются. Именно поэтому мы приехали в здание отпиздить все волны. У вас бьют волны? Do you hit the waves? No. Вот. В этом, okay, в этом-то и проблема. В этом-то и проблема. You like waves? Yeah. Love to waves. Окей. Вот в этом и проблема, да. Они любовью пытаются конфликты решить, но так никогда не получается. Мы идем пиздить волны. Все волны, и теперь идем кататься на них. Седлать будем этих опущенных. Это метод, ну да, и пряник. Да. А сейчас будет миниатюра кушайте, не обляпайтесь. Илюша, скажи, а ты давно кушаешь? Ты давно в этом спорте вообще? В этом спорте. Недавно, видимо. Что-то у них еда неустойчивая. Или лечу. Два из двух. Ну, с другой стороны. Илюша не умеет есть. На Бали есть очень забавное пиво, которое называется «Куда Путин?». Да, написано «Куда Путих», но забавнее думать, что это «Куда Путин». В этом пиве каждый может найти свое. Там, допустим, вот «Куда Путин?» или «Куда Путин?». Видите, это пиво для всех. Я вам никогда не рассказывал, но у меня есть суперспособность. У меня очень быстро растут волосы. В общем, сейчас будем стричься, потому что, ну, камон, посмотрите на эти заросли. Записывайтесь в барбершоп Кири Смелый, ссылка будет в описании. Перед отпуском мы с Иркой хорошенечко закупились в интернет-магазине Asos. Реально очень много купили. Это видно по нашим инстаграмам. С
ссылки на которые есть, кстати, в описании. Но мы реально много сэкономили благодаря кэшбэк-сервису Мегабонус, и начислилось нам мгновенно. Для тех, кто еще не в курсе, что за Мегабонус, это надежный проверенный кэшбэк до 40%, двойной кэшбэк на AliExpress до 9,83% для новых пользователей AliExpress. Работает по всему миру, и там более 500 любимых магазинов. AliExpress, GearBest, Связной, Буквоед, NVIDIA, Banggood, наш любимый Asos и многие другие. Максимально удобное и доступное мобильное приложение. Лучшее среди кэшбэков, проверьте сами. Мегабонус дарит 50% от суммы кэшбэка приглашенных друзей, при этом у друзей кэшбэк не уменьшается. Очень важный момент. В Мегабонусе можно отслеживать свои посылки. Во многих любимых магазинах теперь есть купоны и промокоды, которыми можно делиться с друзьями и получать еще большую скидку. Казалось бы, куда еще больше. В общем, скачивайте и ставьте приложение Мегабонус и проверяйте сами. Ссылки, как всегда, в описании. Смотрим дальше видео. Угадайте, кто приехал на Бали и сразу обгорел. Вот этот рыжий. На улице на самом деле безумно жарко. Я езжу градусов, в свитере. Градусов 35-37, а вот Даня спасается от солнца. Ну отстань, хватит мне позорить перед людьми. А еще смотрите, кто приехал. Здравствуйте, Руслан приехал, наконец-то Ильич. Сколько ты здесь? 10 дней? Да. Хоть что-нибудь интересное посмотришь. Они сидели, блин. Ты мне опять будешь постоянно свой пенис показывать? Хоть что-то ты посмотришь интересное. Ну, камон, он уже не интересен. На этом острове есть еще много пениса. Маленькая смотрите, дудулька. Смотрите, у Руслана настроение есть. Ура! Ну, теперь у тебя объектив намазан антиобгорайкой. Сука. Зато не обгорит. Я взял шлем в виде арбуза, чтобы если я разобьюсь, чтобы похоже было, типа, красное. Пришли сгорать на пляж. Смотрите, как здесь прекрасно. Я плечи мажу, что ты снимаешь? Лучше помоги. У блях! Салка нахуй! Так, смотри, гребешь. Раз. Ну, блядь, как ты встаешь-то? Мы прошли обучение, теперь готовы к покорению волн. Это мой стиль. Называется сетливый серфинг. Хотите увидеть, как выглядит обгоревший рыжий? А я не знаю, я плавал, и оно снизу не загорело, а сверху загорелось. Жесть. Grilled pork, как это называется. Избегай меня, чистец. Попытка одни идиоты и светодиоды. Вот на такой концерт я бы пошла. Да ты красивым таким же хуя! Ой, блядь, твой дым нахуй! Блядь, твой дым! Блядь! Come on, baby.
победы. Специально для вас я покажу, где живет Эльдар Джарахов. Я! Это Эльдар Джарахов! Смотрите, запоминайте, Карина 319. Не-н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 е-
ну, первая девушка, с которой встречался, так. Мы целовались. Так. Это вся хуйня. Мы звали Кариной, мы расстались. Ну. Я приехал, короче, на автобусе. Ну. На 35-м. Ну. К себе на район. Ну. На 13-й микрорайон. Так. А там на остановке магазин Карина. Ну. И, бля, я увидел, мне, блядь, сердце резало, наверное. Ну, это была настоящая любовь. Мне, наверное, дня 3 было очень плохо. Ты мне рассказывал, что это Паша, который слесарь. Обожаю твои влоги, которые полностью построены на обмане. Да, это был Паша Солесов. Он меня ебал гаечным ключом. Блин. Ну, типа, он не хотел сувать в меня болт, он хотел достать оттуда уже... У меня в жопе и так всегда были болты, и он пытался достать их гаечным ключом. Эльдар, а что мы сейчас будем делать? Смотреть Versus Птахи и Гуфа. Какие ощущения? Ну, интересно, пиздец, учитывая то, что я не знаю, когда он выйдет. Что пожелаешь сопернику? Птахи? Да. Ну, типа, творческих успехов, творческих узбеков. Найти себя и больше песен про Путина. Спасибо, удачи. Спасибо, я разъебываю. Давай, теперь я буду разъебывать. Давай. Сейчас немного по флексию за Эльдара. Смотрите, что он себе купил. Коллаб Gucci и Vans. Ни у кого в мире такого нет. Этот коллаб был создан специально для Эльдара. Gucci, Vans. Gucci, Vans, 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 Gucci, Vans. Сегодня мы в последний день на острове Бали. Я уже устал отдыхать, очень хочу в Питер. У меня уже выросли усы. И только на 16-й день нашего отдыха я заметил одну очень интересную и забавную штуку. Это индонезийские рупи. Если положить купюру вот так, то мы увидим там Брюс Уиллиса. Где-где? Бали. Ну вот и все, мы наконец-то дома в Питере. Спасибо, что посмотрел, поставил лайк и нажал на колокольчик. Меня ждет усиленная работа над новым альбомом Little Big Antipositive, а вас ждут новые влоги. Пока! А-а-а!